Третья профильная смена «Энергия старта» проходит во Всероссийском детском центре «Океан». Ее организатором стала Дальневосточная распределительная сетевая компания при поддержке Министерства энергетики и холдинга «Русгидро». На профильную смену приехали 70 учащихся в возрасте 14-17 лет. В этом году география смены расширена. Кроме дальневосточников, в ней принимают участие школьники из Москвы, Свердловской области, Алтайского края, Рязани, Тулы и Забайкалья. Все они прошли конкурсный отбор. Она посвящена проблемам энергосбережения, я бы сказал, даже ресурсосбережения, энергоэффективности. Поскольку проблемы экологические, проблемы изменения климата касаются каждого из нас, они, в общем-то, напрямую затрагивают обеспечение нас ресурсами, в том числе и электроэнергией, то вот вокруг этих вопросов и происходит у нас работа. Программа профильной смены также включает познавательные и творческие занятия с использованием интерактивных форм обучения. Для их проведения уже во второй раз прилетели специалисты из Японии, которые познакомили школьников с энергосберегающими технологиями своей страны, а также рассказали, каким образом в современных условиях, учитывая все риски, создавать, перерабатывать и потреблять электроэнергию. Мы рассказываем о том, как производится энергосбережение в Японии, какие есть технологии, основной упор на физическую сторону вопроса. Мы сотрудничаем уже второй год, и мы рады такому теплому приему и надеемся, что наши усилия будут способствовать дальнейшему сотрудничеству между Россией и Японией. Также программа смены «Энергия старта» включает в себя лекции об энергетике Дальнего Востока, практические занятия в энергетической лаборатории «Русгидро», практикумы по теории решения изобретательских задач, занятия по электробезопасности. Дети знакомятся с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, осваивают основы энергобезопасности. Преподавателями стали эксперты в области энергетики, работающие в ведущих энергокомпаниях Дальневосточного региона. Наша задача раскрыть горизонты, обозначить, что в принципе вот энергетики, да, это одна из немногих профессий, у которой вот дедлайна не видно, конца не видно, потому что всегда человечество, насколько оно будет и насколько оно будет существовать, его нужно обеспечивать энергии. Я в конце смены спрошу, кто изменил свое отношение и к энергетике, и к ресурсу, и вообще к природе. Вот, посмотрим, что получится. Финалом смены станет молодежный форум, где участники представят разработанные проекты на актуальные для энергетики Дальнего Востока темы. Занятия в смене проводят эксперты группы «Русгидро», что позволяет участникам не только получить теоретические знания, но и пообщаться с действующими работниками энергетических предприятий, чтобы узнать о специфике профессии энергетика. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.